госуслуги это удобно. Назначается время, опять же, определенное. Есть определенные скидки по оплате госпошлины. Водительское удостоверение, если получать просто так вот, то 2000 рублей. По госуслугам 1400. Сразу проверяется по базе транспортное средство. То на нем не числится ограничение. Сразу можете это увидеть. То есть, если ограничение наложено на автомобиль, соответственно, в госуслугах... Система даст информацию. Информацию, что вам отказано и по какой причине. Не обращайтесь в само подразделение, а система уже сама вам выдаст, что что-то не в порядке с транспортным средством. Опять же, там много таких транспортных средств, так скажем, криминального характера. Могут быть аресты наложены в соответствии с законодательством Российской Федерации, там, банками, там, судьями, приставами, судебно-приставными исполнителями. Это сразу человек уже, можно сказать, из дома это все может увидеть.